ВПР, ЕГЭ, ОГЭ. В этих аббревиатурах легко потеряться родителю, но не ученику. Уже в начале учебного года в школах Воскресенска будут проводиться всероссийские проверочные работы. Стоит задумываться об этом уже сейчас, ведь за лето многое забылось. Традиционно ВПР проводится с 2015 года среди учеников 4-11 классов. Это не контрольные какие-либо работы, они ни на что не влияют. Просто проверяется, имеются ли те или иные дефициты в познаниях детей. И затем эти дефициты учителя должны ликвидировать. Ранее предметы, по которым сдавались всероссийские проверочные работы, были фиксированными. Теперь у родителей и учеников 6, 7 и 8 классов не получится узнать о предметах заблаговременно, разумеется, кроме обязательных – русского языка и математики. Поэтому пока сложно сказать, какой предмет попадется – география, история, биология, физика, химия – это здесь уже узнаем только в период проведения всероссийских проверочных работ. Несмотря на то, что оценки за ВПР ставятся по усмотрению школы, предстоящее вызывает у некоторых учеников необоснованный страх. Как подготовиться к ВПР летом? Ваня Батраков учится в 20-й школе микрорайона Лопатинский. Он уже сдавал ВПР в 4-м классе. Уже на летних каникулах его посещают мысли о предстоящем экзамене, и у него есть свой рецепт. Я очень волнуюсь, но советую не волноваться. Это все-таки та же контрольная работа, и если вы очень сильно переживаете, то вы можете мигом это все забыть. И от вашего переживания зависит то, что вы напишете в этом ВПР. Поэтому волноваться по поводу предстоящих работ школьникам мы не рекомендуем, а советуем учиться хорошо. Виктория Федосеева, Евгений Стародубов, Дмитрий Волнов, новости Искровект.